Всем добрый день и добро пожаловать на канал. Мы вновь с посылочкой. Нам пришла очередная посылка. И что же там? Мы заказывали алмазную мозаику. Я уже говорила в предыдущих видео, что заказывали несколько видов. И вот мы дождались. Здесь в одной посылочке вот в такой пупырчатая бумага, ну как клеенка там внутри находится. И посмотрите, как на сей раз упакована наша мозаика. Здесь было в двойном экземпляре. Дочь у меня взяла себе, уже старшая. И вот такую я еще, ну вот одинаковые были. На сей раз упакована вот на такой, на круглую, не знаю, как ее назвать. Вот посмотрите, вот очень удобно. И вот не помнется она. Давайте я даже распакую, чтобы посмотреть, как она там. Не разделывала, поэтому не знаю, как получится. Вот оно еще дальше. Чтобы не повредить. Не разрываю ее. Так. И сейчас посмотрим, что же там. Так, с этой стороны не совсем понятно. Ну, просто картинка. Наверное, где-то там дальше. Ну вот оно по краю получается светлый фон. Сейчас мы вот с этой стороны сверху отделаем. Это вверх. Чтобы не порвать. Настя вон у себя порвала. Делаем. Ну, в общем, вот смотрите, вообще-то четко видно цифры, конечно, не цифры, здесь получается как бы вот значки, которые указывают номер. Вот посмотрите, здесь значки, и вот такими же значками вот здесь вроде видно. Значки, они указывают номер. Вот здесь значок, то есть он как на мозаике, на картинке. И сейчас, чтобы не шуршать в камеру. Не подумала я об этом. Сильно мудрено и закрыто. Ага, вот. Вот смотрите, вот здесь вот такие номера, эти номера вот нарисованы, изображены на самой картинке. А вот этот номер, получается, он указан вот на таких мешочках со стразиками. На сей раз у нас будут они квадратненькие. Видите? Квадратные, там были круглые, а здесь квадратные. Здесь более-менее очень много. Вот. Но сейчас все четко указаны номера.
Ну и так как картинка, в общем-то, несложная в исполнении, здесь всего-то несколько цветов, в общем-то, я считаю, что нормально все упаковано. И вот такая деталька. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы их было 2, а то и 3 в упаковочке. Было бы более удобно, так как если последовательно, вот, допустим, ребенок может несколько сразу выкладывать и такой цвет, поэтому когда их несколько цветов разложено, то удобней. И нам, получается, приходится в отдельную баночку в какую-нибудь их ложить, чтобы затем заниматься мозаикой. А впоследствии приходится положить вот в эту, для того, чтобы высыпать в мешочек. Ну, то есть, вот так. И, кстати, вот я сначала не поняла, для чего вот эта часть. Вот часть вот такая. А это, оказывается, не знаю, как оно называется. Ну, вот какой-то как клей, что ли, или что-то. Вот нужно вот эту вот немного обмакивать. Здесь такое пространство, углубление, которое заполняется вот этим, как бы, вот клеем, вот этой массой, и тогда стразики ловятся очень хорошо, удобно поддеваются, цепляются. Так что здесь с мешочками проблемы. Здесь мешочков не положено, всего 2. Вот. В тех, как вы видели, что запасные, ну, как бы не то, что запасные мешочки, а мешочки, в которые вот эти вкладывали мешочки, и они уже фиксируются здесь, чтобы не высыпалась вот эта вот цветная мозаика, как только я ее не назвала. А здесь всего 2. Не знаю, может быть, дочь взяла во второй половинке, было больше, но здесь вот ничего больше нету. А так буду собирать, так как эту я заказала себе, если у меня Настя ее не возьмет, чтобы складывать, собирать самой, буду собирать сама. Ну и, в общем-то, все, что могла, я вам показала. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Пока-пока.